Самое большое, наверное, событие в этом году все-таки, вот я выступила неделю назад в Москве на профессиональном турнире, и я заняла второе место, и то тепло и та поддержка, которую мне дали мои соотечественники на протяжении моей подготовки и на протяжении соревнований, то количество людей, которое подошло меня поддержать, это, конечно, очень дорогого стоит. То есть я настолько с такими эмоциями ехала, до сих пор я еще вот таком пребываю в каком-то приподнятом настроении, настолько зарядили, что я думаю, что это так вот, если вот я буду оглядываться, этот год у меня будет именно ассоциироваться с этим событием. А пожелать всем хотела бы целеустремленности и быть более позитивными, более доброжелательными людьми, более открытыми. Дарите положительные эмоции другим людям, людям вокруг себя, просто так. И вот обязательно вы увидите, как ваша жизнь, она поменяется в лучшую сторону. Потому что чем больше ты отдаешь людям хорошего, тем больше ты получишь тепла и добра взамен. Это вот уже на личном опыте доказано.